командир мятежников Квизан, картофельный манекен. Отгадайте, кто из них был в камере Квизана последние 3 месяца? Боже. Короче, бла-бла-бла-бла. Кто-то все проебал. Теперь мне нужно убить. Ларри! Итак, кто из вас Ларри? Ларри сейчас тут нет. Да, если бы он тут был, он бы сказал, что кто угодно мог быть одурачен этим манекеном. Не только я. То есть он? Кто? Ларри. Да, чем я могу помочь? Как я понял, я должен убить тебя. Нет, нет. Ларри, я только что вспомнил, где он. Он там. Что? Нет. Привет, я Чейз, я из отдела продаж. Ой, да ладно, это же так просто придумать фальшивое имя. Да? И как же тебя зовут? Чейз? Два Чейза? Вау, повезло. Получается, ты Ларри? Конечно, это он. Что? Нет! Ладно, я не буду терять больше на это времени. Всем снять свои шлемы. Да, я не знаю никого из вас, люди. Оденьте их обратно. Ты? Ты страшненький. О, гляньте-ка на это. У меня посылка для Ларри. А? Пахнет, как его любимая вкусняшка. Нет, как ты вообще до сих пор жив? Знаете что, зловещий лорд? Такое дело, мы все Ларри. То есть мне убить всех? Нет. Я имею в виду, что никто из нас не Ларри. Значит, мне убить всех? Нет! Стойте, все погодите, хорошо? Я Ларри. Я не позволю моему другу или левому мудозвону взять на себя мою вину. Готов принять свое наказание, как мужчина. Это самая сложная часть моей работы. Собрать эту пушку. Маленькая деталь присоединяется к лицевой детали. Лицевая вот сюда. Средняя вот к этой. Теперь это вот сюда. А это вот так. Эй, Чейз, это всякие космические штуки у тебя там. Да, космические штуки, над которыми я работаю. Да, я хотел бы взглянуть на них. И вот у нас лазерная пушка. Ладно, перейдем к убийству. Стойте, что? Нет! Это было весело. Теперь, кто тут? Рич. Ой, блять.